Девочки, здравствуйте. Начинаю свое видео вот с такой посылочки. Я кое-что себе приобрела. Сейчас буду вам показывать. Очень легкая-легкая. Только сейчас получила. Так. Такие два мешочка. Красивые, все запечатано. Муран. Девочки, это бижутерия из мурандского стекла. Вот, решила сделать себе подарочек. Сейчас распакуем и посмотрим. Вот смотрите, какая красота. Это такое колье. Вот мурандское стекло. Вот это каучук, очень мягкий. Меня это пугало. Думаю, жесткий будет или нет. В общем, смотрелась я обзоров в телеграм-канале. Они раньше были в Инстаграм, но они сейчас есть. Я себе заказала. Были скидки у них. Скидки были до 1 сентября. Это вот серьги. Смотрите, какие. Смотрите, какая прелесть. Это кольцо, вот это набор. Вот, тоже из мурандского стекла. В общем, я долго думала, там такой ассортимент, девчат. И решила себе порадовать. Нужно примерить, еще обязательно примерю. И все вам покажу. Кольцо, смотрите, оно на любой размер. Сейчас могу показать вот только кольцо пока. Оно на любой размер, но мне даже вот на этот палец большовато. Наверное, на этот будет хорошо. В общем, сбылась мечта. Давно хотела, и в течение полугода смотрела обзоры у одного блогера. Вот. Решила себе прикупить. Смотрите, как стильно. Вообще. Поближе сейчас вам покажу. Смотрите, они вот как эти, как льдинки какие-то, да? И вот здесь вот, видите, все запаяно. Сейчас, наверное, отрезать это нужно будет. Какая-то такая вот, какая-то металлическая. Сертификатик. Все вот написано. Читайте. Вот. Чем бы, вот, знаете, дитя не тешилось, лишь бы молчало, да, очень легкое-легкое все. Ну, шах вообще будет невесомо. Девочки, и как обещала, я вам показываю, как это выглядит вживую. Значит, несколько вариантов я не стала делать, потому что вот этот комплект, он подойдет абсолютно под любой ваш наряд, потому что я специально купила классику такой, серый с белым. Вот этот вот шарик, это я вот так надела, да, можно вот так носить, вот просто. Мне почему-то больше нравится, когда вот так, вот видите, значит, кольцо, вот кольцо, смотрите, да. Там куртка моя висит, вот так. Все, больше ничего не нужно. И там я у них еще увидела кольцо льдинка. Оно как раз очень хорошо подходит вот к этому комплекту серьги. Все легкое, невесомое, девчонки. Все потрясающе, да? Не знаю, мне нравится. Естественно, классика белая, черная, серая. Это вот с таким, такой расцветкой ваших луков будет просто замечательно. Ну и к другим цветам тоже все подойдет. Это мурандское стекло, бусинка. Это тоже мурандское стекло. Угу.
такой комплект. Вот кольцо. Вот смотрите. Вот. Оно было невелико, да. Я делала там анонс в Телеграм у себя в канале. Было велико, я говорила об этом. Но я вот так вот поджала его. И вот самый на средний палец. То кольцо льдинка. Это будет скидки, обязательно куплю. Девчонки. Угу. Очень нравится. Ладно, я же на работу пришла. Буду сейчас переодеваться и готовиться. Кстати, очень сильно похолодало у нас. Я даже сейчас в офисе включила этот котел. Думаю, пусть прогреет немного. Потому что просто нереально. Сейчас буду делать обзор. Не обзор, ну, прямой эфир, обзор в Телеграм. Нет, в Телеграм не буду делать. Это там без толку его делать. В ВК попробую и в Инстаграм по осенним ароматам. Какие вот у меня два новых аромата я делала, если кто следит за мной, да, делала уже видеообзоры. А вот этот вот меня уже вчера купили, 15 миллилитров купили. Вот этот купили 10 миллилитров. Уже отписались, отзвонились, что в восторге. Ну, вот этот селектив, девочки. Это селектив, вот хороший аромат для осени и зимы. В общем, все с восточными какими нотками, с такими вкусностями. Я бы, знаете, как сказала, вот сейчас наступило именно то время, мое время осени и зимы, когда можно носить ароматы более пряные, более теплые, более звучащие. Я вот, знаете, уже как бы искушенная, и зная линейки, и зная, как звучат многие ароматы. А если я раньше любила более легкие такие, да, какие-то такие летящие, невесомые, сейчас нет. Мне нравится такая более тяжелая артиллерия, чтобы люди чувствовали, чем от меня пахнет, чтобы я чувствовала сама, и чтобы аромат был более теплый, вкусный, сладковатый, слегка пряный, с горчинкой. А это, знаете, это все вот Tom Ford и практически Lost Cherry. Это вне конкуренции. И вот Lost Cherry, на Lost Cherry очень похож вот этот аромат из линейки 4 элемента. Прям вот очень похож, но не такой ярко выраженный, а больше здесь специй, уюта, тепла. Хочется, знаешь, такая атмосфера камина, потрескивают дровишки. Ну, в общем, вот так, вы поняли. А этот аромат тоже безумно красивый, интересный. Такой, знаете, какое-то вкусное пирожное, какое-то такое пралине, чашечка кофе. Потом, значит, рассказываю, он чем-то похож на Балафрики, вот на этот нишевый аромат, он чем-то. Потом раскрываются в нем цветы, а в базе остается сандал, мускус, вообще. Очень, кстати, надо заказывать в Балафрики все. Вы у меня выпили его. И, естественно, на осень, как всегда, тоже. Флёр наркотик, никто не отменял. Это бестселлер на протяжении уже как бы не 10 лет. Флёр наркотик от Иснила. А Байреда — это Бал Африки. Кстати, от Иснила еще аромат тоже очень хорошо подойдет на осень. Вайпер Грин, зеленая гадюка. Он, знаете, если хочется окунуться все-таки в атмосферу лета, да, лета, весны, захочется под настроение. Вот это самое то. Это самое то, девочки. Крышку упал. Кто-то меня тестировал и плотно не закрыл. И еще мне нравится, знаете, как звучит сейчас осенью вот этот аромат под номером 163 от Нарцисса Родригес, Нарцисса Руж. Вообще офигенно раскрывается. И очень хорошо будет. Я вот жду поставочку Black Opium. Тоже он вот такого же шоколадного, скажем, цвета.
тоже вот на осень просто шикарно. Ну, вот они все вот такие, если в них что-то есть, какая-то пряность или восточность, что-то такое удаленное, они все вот на осень, зиму очень хорошо пройдут. Ладно, все. Пока-пока. А моя группа Telegram прикреплена под ухам, как и канал тоже.